Всем привет, компания Zapkia, давно ничего не снимали. Так, пробежимся вкратце, что происходит. У нас с вами автомобиль Kia Rio 2, 10-й год, огненно-рыжая, такой кирпичный цвет. Пробег 124 825 километров. Что случилось? Случилось следующее: электроусилитель руля подумер, он еле крутит, издает, ну, вот сейчас уже перестал, очень страшные звуки, и его подкусывает, допустим, при выверте влево идет тяжело. Поэтому сейчас мы заменим электроусилитель и попутно вам расскажем, покажем, как он меняется и что откручивается. В общем, человек сам привез бэушную рейку. В общем, вот так выглядит электроусилитель, он идет с рулевой колонкой. У нас вот он, даже номерочки есть. Человек сам привез, она БУ. Не знаю, сколько стоит. Мы лишь будем выполнять именно вопрос по монтажу ее. Сейчас наш автомеханик Андрей выполнит съем, и я вам покажу, как это делается. В общем, достали мы нашу рулевую колонку. Вот она, БУ. Вот это, номера совпадают на них. Вот вам верхние цифры интересуют. Все четко, да и внешне они похожи. Значит, что нам надо будет переставить сейчас подрулевые переключатели, поворота, омывайка. Понятно, здесь все просто, они на фиксаторах. С какой проблемой столкнетесь? Столкнетесь в том, что даже на отечественном автопроме у нас везде ставят сейчас срывные болты. Вот они стоят, одноразовые, на замок зажигания. Что будет сделать? Нужно будет их высверлить, ну и поставим на обычные болты. Практика нормальная, садится в свое место. Сейчас высверлим, соберем ту колоночку и ее вам в сборе покажем перед установкой, как все это переставлено и выглядит. В общем, все мы переставили. Вот видите, вот срывные болты заменили на обычные, никуда она не денется. Приступаем к установке, сейчас все соединим. При необходимости откалибруем его и проверим, как все работает. Первое, что вам нужно будет, с чего вообще начать ремонт, это надо будет снять минусовую клемму с аккумулятора. Мы это уже выполнили. Дальше с вами отправляемся в салон автомобиля. Смотрите, так, у нас уже снято рулевое колесо. Вам надо будет снять, начинается разборка руля с подушки. Там два болта, да, с внутренней стороны? Ну да, откручивается, подушка снимается, отсоединяете фишки, снимаете. Здесь вот на защелках идет защита пластиковая, она просто отщелкивается. И вот вам надо будет здесь, вот он, наша колонка. Здесь, видите, вот спереди два болта. И там, не знаю, дотянусь. Там еще есть еще два болта. Вот. Надо будет отсоединить карданчик. Вот он, видите, тоже там ничего сложного не происходит. Откручиваете болт и достанете колонку. Ну, понятно, надо будет отсоединить фишки. Сейчас Андрей у нас это все сделает. Достанем и сравним наши усилители. Итак, мы поставили, все собрали на место. Руль крутится легко, ничто не закусывает, звуков тоже нет, адаптация не понравилась, она и так выставили по шлицам, ставили меточку. В принципе, все нормально, манипуляция не очень сложная, просто трудоемкая. Народ, всем удачи, пока.